Ты не просто мой сын, ты мой наследник. Ты не должен попусту рисковать. Из-за тебя эта женщина нашла нас. Но, к счастью, ты цел. Если вы не из секты, как вы нас нашли? Я шла по карте из храма. Я ожидала найти руины, а не вас. И не все это. Сектанты, зачем им нужен ваш сын? Мне эти люди известны под именем Тринити. Я должна им помешать. В чем им нужно помешать? Они ищут артефакт. Какой-то ларец, связанный с богиней Луны. Зачем он тебе? Украсть? Продать? Нет. Главное, чтобы Тринити, сектанты, его не забрали. Они опасны. Чем? Что они сделали? Убили моего отца. Я покажу вам кое-что. Вы знаете, что это? Это Пайтити. Ты сейчас здесь. Пайтити. Тайный город. Но что значит глаз? Это место смерти, жертвоприношений. Ты думаешь, твой артефакт там? Да. Оттуда никто не возвращался. А я постараюсь. Такой риск, чтобы помешать сектантам? Да. Ведите его. Ты в порядке? Ты знаешь его? Он мой лучший друг. А Эбби? В порядке. Кто еще тебя ищет? Больше никто. Думаю, у нас с тобой одна цель. Ты увидишь змею с серебряным глазом, но твой друг будет здесь. Если лжешь, то не скроешься, а ему будет плохо. Давайте без этого. Да ладно. Пусть. Эцли, добудь ей одежду. Получу. Останься с ним. Вернусь, как только смогу. Ладно. А тут мило. Тихо. Тайный город. Что нам найти там надо? Здравствуйте. Я не знаю, как вас зовут. А, прошу прощения. Мне приходится проявлять осторожность. Я Унурату, законная царица. Начальник, Труханату. Я жду от тебя донесения. Да, мама. Сегодня утром было кое-что. Да. Я видел, как Хакан спорил с соседом. Мне показалось, что он очень зол. Когда я подошел, они вдруг замолчали. Потом стали смеяться, как будто услышали шутку. Он что-то задумал. Ты молодец. Спасибо.
Ну и куда ты меня ведешь? Ёпта. Как видишь, у нас в Пайтите тайны недолго остаются тайны. Вот, я вас тут цветочки пособираю. Если ты отклонишься от плана, это быстро вскроется. Я поняла. Она поможет мне найти кое-что, что я потеряла. Можешь об этом не беспокоиться. Ты что, пьяный, что ли? Сам ты шпионка. В моем возрасте отец был разведчиком. Он был охотником. Грозным охотником? Иногда и грозным. Но еще он был очень добрым. Ты оказываешь там честь. Пойдите. Как вы? Как у вас красиво? Как вам можно переехать? Привет, Вуали. О, лама. Если хочешь, осмотрись. Кто ты? Когда будешь готова отправиться за ларцом из Чель, приходи на рынок на том берегу. Тебе нужно что-то еще? Рынок на том берегу. А что мне, что ты мне расскажешь, а ну, братан? Берегись, подруга Унурату. Воины Ягуара. Не подходи к ним близко. Они всегда ищут какого-нибудь мятежного. Спасибо. Что охранник сделает против бури? Подумай. Я могу его видеть, а никто другой не может. Берегись, подруга Унурату. Все в порядке? Не подходи к ним близко. Писка, мертвец забрал мои кубики, и мне никто не верит. Но это он их взял. Мертвец забрал кубики? Ты их точно не потерял? Ох, но ты ничем не лучше их. Прости, ты прав. Давай так, я буду смотреть очень внимательно, и если увижу Писка, попрошу его вернуть кубики. Правда? Ты мне веришь? Мне уже приходилось общаться с мертвыми. Да, если увижу Писку. Странно звучит. Хочу я на письку смотреть. Красота. О, что у вас продаются что-нибудь? Поторгуем? Прошу, у меня едва хватит, чтобы воздать дань. Да? Давай. Кому? Септику Кулькана, конечно же. Берут половину выручки с базарного дня. Но если решат, что я надул их... Я поняла. Спасибо, Ишик. Теперь поторгуем? Есть? Давай, давай. Ствол, что это за лук? Змеиный лук. Старинный короткий лук, изготовлен из орехового дерева. Сильные стороны. Скорость натяжения, время удержания. Охуенно. Дальнобойный лук. Его конструкция используется некоторые элементы древних копьеметаллов, блядь. Атлотлей какой-то. Хуй знает. Охотничий колчак. Прочный кожаный колчак среднего размера позволит нести с больше любых стрел. Вот, это давай. Что это? Накидка 6 с 6 небес. Блять, нахуй, что идея, блять. Бесшумные стрелы. Обычные стрелы, которые можно бесшумно убивать врагов. Угу. Горящие стрелы поджигают, горючие материалы врагов. Ну так я сам могу такую хуйню делать. Что тебе продать можно, нахуй? Чтоб ты там ничего не это. Вот эту хуйню мне тут дохуя. Так, продать нахуй. Сколько, блять? Да, блять, как минимум, нахуй, половину, блять. Ну как минимум нахуй так вот 17 пойдет. Нет, давай нахуй больше 19 продать, блядь. Это очень разумная покупка. Конечно, блядь, тебе ж платить нечем, я у тебя покупаю, а ты дурачок. Короче, 28 нахуй. Отлично, я одобряю твой выбор. Охо, что это за говно такое? Золотые слитки, блядь. Нихуя себе, золотые слитки, блядь, что так дешево. Ого, ого, то нахуй они мне надо вообще, блядь. Сотка, блядь. Раз, это очень блядь. Разумная покупка. Я знаю, я знаю. На, нахуй. Отлично, продай. Я одобряю твой выбор. Продай, блядь, все продаю. Это очень разумная покупка. Дерево на тебе, блядь. Отлично, я одобряю твой выбор. Что это? Что какая-то хуйня. Это очень блять. Разумная покупка.
Так, чё тут нахуй ещё, блядь? Ну, по идее, все. Так, ладно, что купим нахуй? А я не знаю, какой у меня колчак, ебать. Ты сейчас куплю нахуй. У меня это есть, блядь, это тоже есть, блядь. Лук от Лати. Не знаю. Давай попробуем, бля. Боги шо, нам бабла благоволят. Ебать, нахуй. И ебу. Ну, давай, похую. Это очень разумная покупка. Ну все, я давай. Я всегда к твоим услугам. И нахер. Твой спасибо, говорю. Так, а ты шо тут, нахуй? Я тебя не узнала. Что ты здесь делаешь? Откуда у тебя эта туника? Это подарок. От Унурату. О, ты гостья королевы? Я не хотела тебя обидеть. Прошу, прости меня. Все хорошо, не волнуйся. Чем я могу помочь? Покажи, что там. О, улучшение ножа. Через чтобы открыть новую возможность улучшения позвонка, чтобы толстые веревки. Давай, мне это надо. Хорошо. Ранец. Небольшая сумка, которая позволит нести с собой больше ресурсов. Давай. Это твое. Это мне нахуя. Орел какой-то, что? Перо кондора, блядь. Кондора, блядь. А, блядь, нахуй мне надо. Я что надо, сам найду. Все, спасибо. До свидания. Спасибо, Ишик. Так, куда мне теперь? Блядь, нахуй мне этот труп. Подожди. Хакан! Что это? Сектанты, ждущие явления божества. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву Бога? Сделать это должна я. Но их глава займет мое место и попытается стать Богом. Он верит в то, что сможет преобразить мир, создав рай на земле. Преобразить мир? Что? Я помню эти слова. Вот он! Ой, блядь, чучело, блядь. Я знаю его. Это доктор Домингес. Охуеть. Узрите! Что узреть, ебать, долбоёбов труселях? Орудие нашего единства и спасения! Я так тоже домой исполняю, нахуй. Скоро наши мечты о мире и спокойствии осуществятся! Они уже зовут его Кукулькан. Но его настоящее имя Амару. Он родился здесь, но вырастили и изменили его. Чужаки. Народ верит в него. Пиздобол. А ты нет? Мой покойный муж Сайри был его братом. Им по-разному виделось будущее Пайтити. Когда Сайри умер, Амару посвятил себя секте. Вы видели бурю? Вы боитесь больших бед? Но я позабочусь о том, чтобы Пайтити все пережил и процветал вечно! Я знаю, Амару. Если он преуспеет, никто из несогласных не увидит этого рая. Мятежников казнят. Нет, если не найдут ларец. Именно. Нам нужно найти его первыми. Может, Амару еще поймет, что есть любовь и разум. Смерть иноземцам! Грядет возмездие! Хакан, довольно! Нужно ударить, пока этот змей у нас под носом. Время справедливости придет. Не рискуй всем, повинуясь минутному порыву.
чепуха. О, что-то он нехорошее задумал. Эцли, ты на разведку. Встретимся у склона горы. Все, хватит. Иди с Эцли. Тебя узнают даже в этой одежде. Я принесу ларец. Обещаю. Ларец. Вам же сказали поддерживать мир. Я просто вышла прогуляться с сыном. Амару теряет терпение. Это не повторится. Так, Амура. Можешь говорить. Фотография только записывала держать. Мы с Сочи разбили лагерь, все хорошо. Доминги здесь. Он предводитель секты Кукулькана. Унурату борется против них. Что? Он здесь уже не первый год. Тринити контролирует Пайтити. О. Я отправлюсь к глазу змея. Надо найти ларец до начала очередного бедствия. Слушай, а я что, мог сесть на нем могу или что? Что ты? А, захуярь идем? Ой. Ой, а ну. Что она делает? А ну да, гладит. Так, не пизди на меня. На маленького тоже. Так, простите. Нет, это все надо. Здравствуйте. Рэп поют, концерт у них. Кукульканы. Так, я тут деревья поломаю, нахуй стоит. Что ты хочешь? Я считаю, что Унурату и ее мятежники верные дети Пайтити. И не только я так думаю. Просто только у меня хватает смелости сказать это вслух. Грядет очищение. И именно семья Унурату должна принести Кукулькана в жертву, чтобы вернуть солнце, и никак иначе. Но за такие слова можно поплатиться жизнью. Понятно, почему люди молчат. Вот. И поэтому ты всем рассказываешь, да? Да, блядь. Где моя мама? Улаживает дела между стражниками и Хаканом. А что там? Снаружи Пайтити. Ну, снаружи много всего. Мир очень большой. Больше, чем Пайтити? Больше, чем сотни Пайтити. Что? Возьмешь меня туда? Думаю, твоей маме будет что сказать на этот счет. То, что ты ищешь, скрыто там. Как я пойму, что нашла нужный зал? По запаху смерти. Если выживешь, можешь выбраться через старую систему орошения. Встретимся там. Будь осторожна. Там могут быть сектанты. Да, похуй на тех сектантов, я ебать. Женщина самостоятельная. Тайный город. Найти себе что-то. Вот я что-то нашел. Какашки какие-то. А это свитки. Опача. Какая-то хрень. Опа, моя отлично. Любимая, будем прыгать. Так, так, ты что виснешь, не висни, братанчик? Что за подгрузочки, хуёбочки, блин. Так, что там? Бросали дыруб в прыжке на жаре, чтобы... перебраться. Ты не в курсе, блядь. Ты хорошо. О, лагерь. Так. Пайтити стал для меня полнейшей неожиданностью. Народ, его история, все, что они пережили и кем стали сегодня.
Их послушать-то Камару, Домингес, Кукулькан. Радеет о благе Вайтити. Но я знаю, на что он готов пойти. Убийство и жестокость. Я должна его остановить. Сейчас мы, дорогая, всех, блядь, остановим. Так, лук. Какой я себе лук купил, блядь? Змеиный, по-моему. Так он, блядь, что-то хуже, нахуй. По всем причем. Нахуй он срался, блядь. А, типа, можно его это, и он будет круче, а ну. Время удержания, скорость изготовки. Брэдл, блядь, такой же самый. Ну ладно, пускай будет. Пусть. Так, соло с глушаком, это все. Опа, у меня новое. Чтобы было по горам и драться. Оружие для рукопашного боя, пускай чаще сильнее лошадь другого. Ладно, это да, согласен. Все. А, она уже стоит, заебись. Так, ножик. У нас тоже типа круче. А ну, если этот, то вряд ли что-то изменится, конечно. Все, да. То есть нихуя он не лучше. То раз скорость изготовки только. Будем с этим лохматым ходить. Боезапас, скорость перезаряд, точность лучше, урон. Немножко. Ну, блядь, то такое. Я все равно полюсь даже с лучшим что-то. Так, куда мне? Спасибо. Сюда. Спасибо. Опять как-то по-юбански карабкаться. Залезь в чрево змея, блядь. Твою мать, блядь. Спокойно, Лара, без нервов. Хули ты нервничаешь? Ой. О, Лера, не так, может? Даже типа когда нельзя, блядь. В смысле, блядь? Прыгай, блядь. Выебаешься. Ебать, а шо, какого хуя? Шо тут за пиздец? Фу, блядь. Ребятки. Шо с вами, блядь? О, ебать, мне эти подсказки нравятся, нахуй. Там чё? Шо? Нет, блин. Знаешь, кого ответ? Блядь! Не попал чуть-чуть. Ну шо? Ну чё ты нахуй, ёбусь? Я уже видел, ну блядь, ну сохранили бы меня уже на это. Зачем? Чтобы повторял то же самое дело движение. Я вижу, да, надо попасть на беленькое. Четко на беленькое. Ну я же думал, ты попадешь сама. Спеши. Ну да, бошки нахуй скидывают. Не твои, не жалко. Я знаю, все.
Прыгай давай. Что это за хуйня, бак? Такое маленькое поселение, что люди не заканчиваются, блядь. Жертвоприношения, блядь. Пиздец. Причем там, блядь, их. Я ебу, нахуй. Так, спускаться, да, мне? Да, то сейчас, блядь, спрыгну, но ебанется. Крякнет, блядь, еще. Блеск. Это что я взял? Нарывник. Считаю, изготовлен из этих насекомых мод столь для создания токсина. Да, блядь, я их так разъебу. Без всяких токсинов. Выбора, блядь, у меня нет. Ебать. Зачем там не воняет, блядь, тусить нахуй? Выбора нет, когда я задохнулся, опять, наверное, можно. О, блин, чепухан, блин. А чё, я его не могу завалить, нахуй? Ебать, это стелс-миссия или шо, блядь? Вот так. Спи, нахуй. Это один из мятежников? Ну, братик, шо с тобой? Ну, я так сплю. Где-то обычно, здесь вообще должен быть вход. Да, блядь. Ну, вот он, змей, блядь, с серебряным глазом. Я на верном пути. Долби нахуй стену. Да. Сюда. А ты пройдешь, слава богу. Запах все усиливается. Лара, как ты там? Охуенно. Иона, я нашла еще одного змея с серебряным глазом. Похоже, я почти у цели. Обсуждаю сучью тату. Тату? Да, ты видела тату у Нурату? На ней цапля и забвение. Возможно, это как-то связано с серебряным ларцом. Сомневаюсь. Другого выхода нет. Ну ладно. Сейчас найдем, блядь. Сы. Так, что тут? Надо что-то разлить, да? Бензика закачать. Надо так сжечь преграду. А. Просто жить. Сейчас сожжем на баднице. Слишком сыро. Тут нужен катализатор. Что, блядь? Что такое катализатор, нахуй? А, это типа что? Уничтожит эту сырость, блядь. Сука. Нужно как-то сжечь эту преграду. Сжечь. Жир можно использовать в базовом лагере для улучшения оружия. Блять, вот жира катализатор заебись. А как это, чё? Ну нахуй. Жира дайте мне, блять. Нужно как-то сжечь эту преграду. Ну, давай, хуярь.
нужно как-то сжечь эту преграду. Фу, я понял, заебало. Ты что такое, блядь? А, это жирно. Сейчас упалился. О, чёрт, чёрный вонючий. А, это нефть? А, нефть и кровь, заебись. Так, наверное, теперь эту хуйню можно класть сюда. Рано, рано, рано. Вот так. А, не рано. Путь свободен. Надо идти дальше. Сейчас пойдем, блин. Чё ты спешишь? Это что за чепуха? О, это что, зал для кровопускания? Преграда. Опять зал для жопопускания, нахуй. Какой-то. Опять жира подкачать надо. И что? Ладно. Чпокну сначала эту штуку. Нихуя, наша ванна наполнена жиром вонючим. Так, о, вонючий жир. Ебать же ж наполняется, охуеть. Ну, конечно, заебись хоть не 2 часа. Поджигаем нахуй. Чёрт, потекло не туда. В смысле, блядь, потекло не туда, но? Как же повернуть второе колесо? Да, а, ёб твою мать. Ты посмотри, что придумал. Понадобились сотни жертв, чтобы наполнить кровью эти каналы. Ну, давай так. Неподъёмно. Нужен крутящий момент. Ага. Крутящий момент, блядь. Так. Блядь. Вот такой тебе крутящий момент, блядь, нужен. А чё оно поднимается, бля? Вот вот так, походу. Или нет? Наверное, так. Сейчас, чуть-чуть. О. Хуй знает. А ну, блядь. Сейчас проверим. Так. Жирка дай сюда. Блять. Надо еще, чтоб. Ну. Ого. Ебать, я еще должен за этой хуйню следить. Я хуею, блядь. Нет, это какая-то шляпа тоже получается. Нихуя.
стену. Фу. Я нашел. А ну, наверное. Блять, не туда. Подожди. Назад. Ага, нихуя. Не, пожди. Перевод, блядь. Пожди, начинаем отсюда следить по линии. Она выходит такая. Выходит. И нихуя она не выходит. Сюда. Сейчас все, я все понял. Это шляпен. Это нихуя не понятненько. Идет не туда. Нет, это тоже шляпен. Давай. Ты что, устал уже? Давай работай. Это шляпа тоже какая-то. Вот это похоже. Так, назад чуть-чуть, мадам, пожалуйста. Ну тут непонятно, как оно. А ну, заходить будет, подожди. Ага, оно даже не падает. Хуйня какая-то, да. А в смысле, опять я попадаю там, где я был? Камни ебучие, а ну уйдите на. Конечно, блядь. Все ж так просто. Надо, блядь, выровнять каналы. Иди в жопу, блядь. Я сам знаю, что надо сделать. Блядь, каналы. Что если у тебя каналы кривые, блядь? Выровнять. Ну, грязь почисть, нахуй. Тут почисть грязь, блядь. И все будет нормально. Пиздец. Так. Допустим, эта залупа заходит сюда в дырочку, выходит отсюда в дырочки, блядь. Но идет она хуяк-хуяк, а тут дырочка, блядь, тоже. А, дырочка, это походу, типа, ну, на хуёвые каналы, типа, что они, типа, все не работают, блядь. Или что? Не ебу вообще. Так я делал точно, блядь. А так не попадет, подожди. Сейчас все будем, блядь, пробовать.
Лалу, да в смысле, ёб твою мать. В равне, нахуй. Кирку возьми, блядь, и хуярь, блядь. Каналы тебе надо. Ой, ты дебил, блядь. Заебись. Понадобились сотни жертв, чтобы наполнить кровью эти каналы. Так, смотрим. Стоит у нас так. Оно, по идее, так не работает. Хуяк. Так мы пробовали, нихуя. Пробуем вот так, блин. Иди нахуй. Выровнять каналы, сука. Тебя сейчас, блядь, выровняем нахуй. Походу нихуя не получилось. Черт, потекло не туда. Да блять, что ты говоришь нахуй? Какого хуя оно так быстро, блядь, тухнет нахуй? Течет оно, блядь, не туда, нахуй, ты понимаешь? Ладно, по-моему, еще один раз. Опять не туда потекло. Ну да. Нет. Ну а что там дальше не течет, сука, вонючая. Подожди, я не понимаю, нахуй. На веревку типа было резать какая-то, вообще хуярить ее не так, как положено. Что это, блядь? Ладно, нахуй. Не, нихуя, походу. Надо именно постоянно. Подожди-ка. Что-то, блядь, нахуй непонятное вообще. Вот так вот, блядь. Его знает, короче, пошли пробовать. Фу, моя жопа дымится уже нахуй. А, понятно. Все. Можно не продолжать, блядь. Блядь, даун. Короче, я даун, нахуй. Так оно ничего не будет работать. Надо, чтобы оно обе лежали, блядь. Давай, ляж, нахуй. А, походу надо две по-разному двигать. Блядь, сука, сядь.
Подожди, ну тут типа заебись. Это сюда идет, ебать. А ну нахуй. Типа тут три слива есть у нас. Подожди, ну мне кажется, типа на последнем или на предпоследнем. Двигай, сука. Бля, сука, не хочет, так не хочет, блядь. Ты прикинь, блядь. То есть нам надо. Что нам надо, нахуй? Найти путь, чтобы лился туда. Окей, ищем, короче, путь, а потом будем эту шляпу подбирать. Шляпа, блядь. Вонючая, нахуй. Все, окей. О, игра. Ты что со мной делаешь, блядь? Ну, в смысле, блядь? Да ёб твою мать, блядь, ты что? Сливайся, блядь. Да не, сука, лё. Не хочет. Ладно, давай назад. Да подожди, куда ты поехал? Смотрим, ебать. Чё тут? Бля, ты что, дебил, блядь? А ну нахуй. Эф, блядь, перережь, сука, ёбаный верёвку. В смысле, он что, обратно? Бля, ты пидорас. Короче, нам... Блять, сейчас подожди. Нет, походу. Все, я понял, отвечаю. Чёбаный, блять. Трантулет, нахуй. Все, я отвечаю, я понял. Подожди. Еще. Фу, ебать. Дебил, блядь. Толкай нахуй. Ну все, блядь, пиздец нахуй. Игра сломалась нахуй. Ой, блядь. В одну сторону хуярит, пиздец. Окей. И шо, блядь? Вот, вот так, короче, надо, блядь. Все, нахуй. Делаем так. Ну, для этого нам... Ага, а тут какая-то шляпа вонючая. А нет, там на все средние вообще шушу. Средний нас идет отсюда. Охуеть, отсюда нихуя не придет. Поэтому нам надо искать откуда. От первого. Че, вот самый главный такой идет. Хуяк, хуяк. Здравствуйте, блядь. И пошел в череп в рот. Охуеть, блядь. Нам чё надо, чтобы, блядь, по идее всё совпало? Ёб твою мать. Походу, нихуя не понял. Я пытаюсь. Вот оно, вот так типа должно быть. Да стой ты, блядь. Куда ты, дебил, блядь? Брось нахуй. А эту надо регулировать уже отдельно, походу. Вот, ну типа, ля, все четко. А, нет.
Нихуя ничего, ладно. Поехали дальше. Да, блядь. Ты, сука, не туда, блядь. Ебать, какое ты, блядь, жирная женщина. Ля, блядь. Да вперед, блядь, ты можешь толкануть, сука. Все? Нет, тут должно быть только один типа пазл. По идее. Там... Вот, да нет, назад, блядь. Вот. Ты просышь его. А туда тогда нихуя не будет. Нет, один только. Так, успокойся. Стой. Один, два. Один, два, один, два. Он тоже куда-то в ебеня идет. Черепа, блядь. Фу, ебать. Пиздец. Три, и там три. А если три входа и три выхода, есть такое? Нихуя такого нету. Ну тут они вообще вот как родные стоят. Ну почти. А. Ну три. Все, я понял. Подожди, это. Ну, нет, это не точно, конечно, я понял. Вот. Нет, блядь, нихуя не точно. Куда ты тянешь, сука? А ты сама там что-то делает? Успокойся. Ну тут типа туда нету доступа. К той херни. А почему? И тут должно быть три, получается. Раз. Два. Раз, пидорас, два, пидорас. Раз, два. В смысле? А тут тоже три нет. Раз, два, блядь. Только, сука. Три жилки вонючие. Надо ебал. Выровнять каналы. Блять, себя выровнять заебало нахуй. Выровнять каналы. Я выровнял нахуй. Надо выровнять каналы. И убейся. Выровнять каналы, сука. Толкай, блядь. Блядь, фу, ебать. Да не назад, вперед, ебать, пожалуйста. Да вперед ближе. А ну стой, блядь. Вот как-то так, да? Теперь сейчас будем думать здесь, нахуй. Типа с центрального, чтобы оно все это... Канала вонючего, блядь. Так, блядь. Иду я такой, здравствуйте, нахуй. Добрый вечер. Кротчик, блядь. В смысле? Значит, нихуя. Второй канал. Иду я, добрый вечерочек, и вот он я здесь. А ну давай попробуем на втором канале. Ну, подожди. Так куда, блядь? Сука, значит, нихуя. А ну ладно, третий. Добрый вечерочек.
иду сюда, и вот он я здесь. Его серьезно? Ну да. Ебать. Какого хуя? Если это не сработает, пошло на все на. Блять. Папа. Сука. Это пиздец, блядь. Нахуй так мозги въебать, блядь. Вот реально, вот, блядь, гори, сука. Гори. Чё ты... Вот, давай. Давай, сука. Ёб твою мать, блядь. А теперь искать ларец. Уже, сука, в руках можно было наносить.